Курочки такие желтенькие, курочки прилетели. Красивые. Птенцы, что ли, похожи на птенцов. Чем маленькие. Желтые ротики. Малыши. Ой, такие малыши красивые. Вот такие. Так, Макс, Макс. Ах ты хулиган. Ах ты хулиган. Макс, покажись. Ах ты, хулиган. Ты почему птичек загонял? А, ты почему птичек прогнал? Ай-яй-яй, Макс. Ах ты, хулиган. Какие у нас лилии красивые. Ароматные. Розы отцвели уже. Гибискус цветет прям в окошко. Фуксия красивая. Мой любимый жасмин. О, такой ароматный. Пахнет. Прелесть просто. Ага. Макс, ты выгнал птичек? Ах ты, хулиган такой. Ты почему птичек выгнал? Тебе не стыдно? Нет? Не стыдно тебе? Ай-яй-яй. Максик, тебе не стыдно? Птичек выгнал маленьких. А какой ты мальчик, ай-яй-яй. Максичка, ну-ка скажи мне, почему ты птичек выгнал? Ты почему птичек выгнал? Ах ты нехороший мальчик. Что это такое? Что это такое? А ну покажи мне глаза, бесстыжие. Что это такое? Тебе не стоит на птичек разогнать, маленьких. Вот там будешь греться, тебе нравится, нравится тебе. Вот так хорошо. На солнышке замерз ребенок сегодня. Ты замерз? Замерз ты сегодня? Ну, погрейся, погрейся. Макс приболел немножко эту неделю, восстанавливается. Бедный зверёга. У него было что-то с шеей. Непонятное, как простуда. Лечили, лечили, потратили кучу денег, кошмар какой. Мой золотой, все хорошо. Ветеринария в Америке дорогая штука. Да. Но главное, чтобы были здоровы. Все остальное приложится.